Младшей дочери 25-летней Анастасии Костенко и 32-летнего Дмитрия Тарасова исполнился один месяц. Счастливые родители наконец рассказали, как назвали малышку. Вторая вице-мисс Россия, 2014, показала трогательные кадры с семейного праздника, который они с мужем устроили для младшей дочери. Дмитрий держал годовалую Милану, а Анастасия – новорожденную малышку. Вокруг были розовые воздушные шары, а на столе – красивый торт. Тарасова Ева Дмитриевна представила Костенко малышку поклонникам. Молодая мама призналась, что ее переполняют противоречивые эмоции. «Месяц нашей маленькой крошки Евочки. Очень двоякое чувство, вроде она с нами давно, а вроде и шок, как быстро пролетели дни», — пояснила Костенко. Модель призналась, что после рождения Евы столкнулась с трудностями и пережила депрессию. «Было очень страшно. Вот прямо совсем. Кормила, и слезы градом, как дальше. Еще и любимый был на сборах. Я поняла, что хочу побыть одна с доченьками, и отпустила всю подмогу по домам. Быстрее пришла в себя, поймала темп нашей увеличившейся семьи и страшный бэби-блюз, послеродовая грусть закончился. Страхи отпустили», — рассказала супруга футболиста в Инстаграм. Сейчас у Костенко все наладилось. Ей бывает сложно вставать по ночам, чтобы покормить Еву, но в целом она справляется. «Первое время я думала, что разорвусь на части, но решение, как поступать, приходит очень вовремя. Не зря мама всегда говорила, что настоящая мать всегда знает, что и как делать». «И как же она оказалась права», — заявила звезда. Анастасия также рассказала, что Милана не ревнует родителей к сестре. В поведении девочки появились изменения, но это, по словам Костенко, связано с возрастом. Супруги мечтали о погодках. Дмитрий и Анастасия начали планировать вторую беременность почти сразу после рождения Миланы. Модель прекратила кормить дочь грудью, чтобы снова забеременеть. Супруга спортсмена показала, как выглядела 10 лет назад.